Это подвал. Ага. Всем привет, друзья, с вами Виктор, и это снова Hello Neighbor Alpha 4. Вторая уже серия, предыдущую, кто не видел, обязательно надо посмотреть, а то ничего не поймете, что здесь происходит, а мы продолжаем. И предупредить хочу, это нарезка со стрима, соответственно, будет немножко как-то сумбурно, но вы все поймете, я же уверен в вас, вы же классные парни. Поехали. Ну, накрутили. Так, ладно, пошли вниз по лестнице, посмотрим, что там. Какие-то доски торчат. Оу! Так, это я коробок накидал. Здесь железная дорога, я, видимо, на нее даже прыгнуть могу, скорее всего. Что еще здесь есть? Какая-то дверь вниз. Ёлки-палки, там какие-то джунгли. Это кусок крыши. Возможно, нам туда и надо. Ну что, прыгнем вниз? Или на железную дорогу попытаемся прыгнуть? Я просто не знаю, куда правильно. А, жесть! Разбился. Ладно, более-менее теперь понятно, что надо сделать. Надо исследовать там все места. Единственное, что... Погоди, я же выключил рубильник. Пошли посмотрим в холодильник. Я же выключил рубильник. Пошли посмотрим в холодильник. Да, я теперь могу взять карточку. Отлично. Теперь нужен гвоздодер, ребята. О, черт. Черт, черт, черт. Надо гвоздодер искать. Надо найти гвоздодер, ребята. Ну что ты на меня смотришь? Молодец. Так, раз он здесь, значит мы смело можем с вами пробежать. Да пипец ты, я не знаю, а? Что ж ты такой глазастый-то мне попался? На тебе, вот окно разобью за это. Все. Ух. Уходи давай. Теперь кто первый? Давай, бежим. Давай, беги, 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 нам надо просочиться в дом. Черт, коробка сраная. Хорош, хорош, я прошел. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Аварийный выход, аварийный выход. Сразу... О, вспоминать какой-нибудь донат. Нет! Я упал. А-а-а! Блин, ну ночью я точно к нему не пойду. Ночью я ничего не вижу. Убей меня. Сосед. Ага, не ждал? Ха-ха-ха-ха, я его напугал наконец-то. Во, наконец-то я здесь. Фух, так. Значит, предположение было засунуть коробку в генератор. Нет, ребят, он его отшвыривает и все. Он отшвыривает эту коробку. Ничего не получается. Надо что-то более бодрое сюда засовывать, наверное. Да, коробка просто вышвыривается. Наверное, какую-то надо... Может быть, кстати, вон тот... Генератор, который маленький, законтачить может этот большой генератор. Не знаю. Так, хорошо. Где мы с вами в прошлый раз были? Я куда-то упал в прошлый раз. А, во как, смотри, ну ее просто нужно сойти. Лежезна Рагода Картыза. Все заблокировано, ребят. Так, куда я отсюда могу спрыгнуть? Видимо, не предполагал, что я сюда попаду. А может быть и предполагалось. Может он в ту дырку. Но я, скорее всего, разобьюсь, ребят, если с какого-то... Откуда-то еще прыгну куда-то. Попробовать на карниз. Нет, тут вообще как-то... Оу! Ух ты! Он меня видит. А я тут хожу. Эскалатор! Блин, как бы окно разбить. Мне ничего нету. Опа, 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 ты прикинь. Ты прикинь, как воробушек прошел по каким-то там непонятным местам. И... А, нет, 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 стоять. Все, ладно, пошли наверх. Я не знаю, что, как я сюда попал. Я, скорее всего, даже повторить это не смогу. Яблоки. Кто-то кидает сюда яблоки. Во. Так, там куча коробок, ребят, мешается.
Как их достать? Блин, жесть, ребят, я не могу туда пройти. Ладно, у нас есть коробка, пошли попробуем что-нибудь разбить. Ух ты, какая комната интересная. Можно манекенов брать? Чуть-чуть не попал в окно. Я боюсь, что я опять упаду и разобьюсь. Нет. Фу. Так, телевизор. Шкаф. Зачем, я не знаю. Так, я помню эту комнату. Да-да-да, вот там все подбрасывается. Так, там рубильник какой-то. Смотрите, я откуда-то что-то могу, наверное. Так, здесь что-то закрыто. Где это я? А, это та комната, которая за замком, ребят, на третьем этаже. Возможно, я сюда, кстати, раньше времени как-то попал. Опа. Так. А где-то ломик, по-моему, был. Вот он. Он горячий. Может быть, это как раз-таки и питание этого. А что, он до сих пор типа горячий, раскалился? Надо его залить? Попысать на него, что ли? Возможно, я замкнул цепь, и теперь электромагнит не работает, ребята. Но ломик я тоже взять не могу, к сожалению. Может быть, надо время дать остыть. Так, хорошо, ладно. Что тут еще есть? Здесь вот эта фигня непонятная есть, которая летает вверх. И вниз. Но это нужно ружье, чтобы ее активировать. Так, что еще здесь? Да вроде бы как-то ничего, да? Отлично. Так, а здесь можно выползти? Коробки, помогите мне. Ага. Так. Ой. А здесь ничего нет. Здесь клозет, ребят. Может, реально я выключил уже энергогенератор этот? То есть явно здесь какое-то замыкание было. Только я не вижу, куда провода идут. Что-то этот ломик, ребята, проводил электричество, раскалился от этого. Хорошо, пошли куда теперь? Вниз, видимо. Ну, походил единственный вариант. Погоди, ведро. Ведро, а где воды взять? Наверняка этим ведром надо где-то воду взять. И потом остудить. Ладно, го вниз. Хорош. Он каким-то образом меня замечает, что ли? Так, что здесь? Так, погодите, но это какие-то знакомые вариации, и это дверь, которая там... Он вообще не открывается. Да, это генератор. Это генератор на первом этаже. Это знакомое, кстати, расположение всего этого дела. Так, здесь еще балкон есть, который можно разбить, по-моему, пролезть. Я туда ходил. Ну-ка, ведром прям на. Тихо, ведро нам еще пригодится. Мы воду в него наберем. Так, что здесь? А, здесь закрыто. Фонарик. Раньше карточка вот здесь, кстати, лежала. А не в морозилке. Во! Вот она, эта комната, ребята, я нашел. Электрозасос. И прочее, прочее, прочее. Нечисти, погоди, а как? Рубильник. Может, вон тот рубильник генератор выключает, гигантский этот. А как это разобрать? Никак. Ну, хотя бы ключ-то можно выманить. Где-то там ключ был, я помню. Так, ладно, давай туда. Тихо, фига себе, он меня поджидал. Ага, ключик можно спереть. Отлично. Правда, неизвестно от чего он. И главное, не ходить с этим ключом, ребят, нам к генератору. Вот как вот этот рубильник дернуть?
Это большая проблема, кстати. Я не знаю, вот эти лавочки не разбираются. Как передернуть рубильник? Хороший вопрос. Что это такое? Ах ты гад. Он меня поджидает. Он ждет, что я упаду, и он меня, типа, захавает. А он, кстати, может легко. Черт. Фух. Так, может быть, это ключ отсюда? Нет, это ключ не отсюда, ребят. Но туда я смогу пройти вот здесь вот. Нет, как бы этот ключ уже и не нужен. Блин, ребят, все больше, все сильнее и сильнее лагает. Чем больше я каких-то вещей сдвигаю в этой игре, тем сильнее начинает все лагать. Это что такое? О, зонтик. О, я понял, как Мэри Поппинс. Смотри, я теперь могу летать на зонтике. Да? Скажите, о, еще ключ. Блин, этих ключей здесь развелось. Гениально, бросил синий ключ, и он пропал. Походил я его выбросил совсем в бездну. А, я знаю, может мне ломик надо принести на вот этой вот присоске сюда? Так, ну вроде более-менее все повскрывали здесь, пошли. Нам еще надо понять, откуда вот этот ключ золотой. Откуда золотой ключ, ребят? Может все-таки отсюда? Во! Все, значит, ключ нам не нужен. Отлично, вскрыли. Там до сих пор еще не знаю, что находится. Так, ну пошли попробуем за ломиком сходим. Где он, кстати, я забыл. Вон туда я, да, запрыгивал. Что, пробуем? О, отлично, ребят, зонтик работает. Работает зонтик. Супер. Слушайте, я здесь не был. Там какой-то рубильник есть крутой, большой. Может быть, сюда? Давай сюда сходим тоже. Леньмица. Ну-ка. Блин, закрыто. Зеленое, желтое. Это огромная дыра. Я боюсь, я могу туда упасть. Надо вон тот рубильник дернуть. О! Хорош, вагонетка поехала, прикинь. Отлично, я запустил вагонетку, ребят. А как мне туда пройти? Видимо, никак, там стул стоит. Да, там стул стоит. Ну, теперь, скорее всего, на этой вагонетке я откуда-то смогу. Там, где были железы... там, где... Все, скорее всего, я смогу, ребят, теперь на вагонетке на это куда-то уехать. Она, скорее всего, сейчас все заслоны пробьет. Бежим, бежим, бежим. Отлично, ушли. Фух. Здесь на самом деле получается только от него убежать, вот в этом месте надо. И все, а дальше как-то все. Хорошо. Во! Точняк, вагонетка, смотри. Эй, тихо-тихо, меня забыла. А, я теперь могу ходить. Зашибись, ребята. С ума сойти. Так, где это я? Шкафчик, кресло. Я слышу где-то генератор. Так, к генератору лучше не подходим. Схема. Педо. Леньмица. Можно на Леньмицу, кстати, сходить. Погнали дальше. Чучух-чучух. Чучух-чучух. А что будет, если меня вагонетка догонит? Она меня убьет? Тихо. У, далеко едем. Прибыли. Атас. Во, это центр управления, в который я не смог проникнуть из-за этого стула. Что-то еще есть? А, ничего. Давайте стульчик возьмем на всякий случай. Вдруг посидеть где-то захотим. Какая-то лестница вниз. Во. Это мы попадаем вот в эту же комнату. Но я там уже все зачистил. Погоди, что еще интересного есть? Будильник, картины пустые. Так, здесь... Open. Не работает. Нифига себе здесь завальчик. Капитальненько, да?
Возможно, это как бы, так как это альфа, мы не можем там пройти. Возможно, здесь вот, смотри, решетка, я там что-нибудь открываю. Ну ладно. Видимо, тоже пусто пока что. А, пошли еще левее. На Ленимицу. Тюх-тюх-тюх. Вон вагонетка катается. Стоп, а я здесь был. Здесь генератор работает. Ох, черт побери, что ж делать-то? Приехала, блин. По трубе, по-моему, не залезть. Надо думать, как в мельницу попадать, ребят. Видимо, тоже там какой-то вариант прохождения есть. Так, туда я не должен идти. Так, я потерялся. Я забыл, где, ребят, у нас был лом. Я забыл, где был лом. Где-то там должен быть лом. Где-то здесь. Упс. Ну, если он не здесь, то уже поздно. А, во, лом. О, походу он остыл. Он остыл, ребята, наконец-то. Достаточно можно было, значит, подождать просто. Так, стоп, мы теперь сможем открыть главную дверь, что ли? Там же только ломиком осталось поработать. Карточку-то я уже сработал. Слушай, ну если это так, это прикольно. Ну-ка. Ну, спрыгивай. Вниз, я сказал. Да ныряй ты. Так. Это почему-то дверь до сих пор не работает. Так, я вот здесь могу выйти, да? Так, если есть ломик, гвоздодер. Я либо этим гвоздодером могу те доски гигантские... А, погодите, гигантские доски уже позбивались. Хорош. Хорош. Не-н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 е, не готов. Поймал, что ли? Блин, он там стоит, смотри. Заколачивает. Эй, ты что там делаешь? Touch my ta-la-la. Смотри, он танцует. Дергает. Но это нечестно, эй. Походу, он залагал. Я долго мечтал о том, чтобы он забагал, но он забагал в самом неправильном месте. И что теперь делать? О, нормально, отбагал. Молодец. Все, все, молодец, молодец. Все, иди, иди отсюда. О, ты какой стоит такой, позирует. Кто-то кричит, попробуй зайти на тот ящик, который висит. Да, но... Я не знаю, как на него попасть. Возможно, он по той крыше треугольной, можно забраться. Но это не факт. Это не точно, как говорил Биг Босс. Да прикинь, теперь защищают свою дверь и все. Что мне теперь с ним делать? Давайте попробуем отманим его. Твою налево, он меня поймал в самый последний момент. Перестань. Есть. Есть. У меня фонарика нету. А здесь вообще ничего не работает, ребят. Я куда-то попал. Ага, это выход обратно, видимо, да? Ф-
Прикинь, здесь переход есть, оказывается. Ёлки-палки, ладно, пошли вниз. Это подвал. При этом у меня ничего нету. Я слышу, как работает опять генератор. Я ничего не вижу. Фонаря не... у меня ничего нету. Атас. И что мне делать? Мне с собой ничего не принеслось сюда. Понимаете, здесь у меня все есть. Но как только я захожу туда, у меня все пропадает. Вот в чем весь косяк. Ребят, какие предположения вообще есть? Что нужно сделать-то? Куда пойти? Где следующий пункт меню? Я просто как-то вот... Все, уже у меня нет мыслей. Да ладно, я каким-то образом сюда пробрался все-таки. Так, это яблокоперды. Черт, больно? Хорош, перестаньте. Так, ну здесь где-то я ружье видел, да? Самое важное, что я здесь сделал. Где ружье-то? Вот оно. Отлично. Отлично. Мы каким-то образом пробрались еще дальше. Я не понимаю, почему меня раньше не пускало и теперь вдруг пустило. Кроме ружья, я так понимаю, здесь ничего нет в этой комнате. Эш, хорош меня расшвыривать в разные стороны. Блин, пипец. Хватит. Перестаньте. Ай. Так, там опять какой-то завал. Жесть. А, все, вроде я высосался отсюда. Угу. А что-то есть. Прыгаем. А. Так, предлагает ломик использовать на этом всем. Нет, это просто тупо завал, ребята. Он сделан искусственно. Так, а куда я вообще попал? Нет, 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 зонтик. А-а-а. Ты смотри, что это? Е-е-е, я что-то сломал. Наконец-то. Продвижение. Так, что теперь? Кто бы мог додуматься, что здесь какая-то штука есть, которую надо сломать. Я какой-то пар выпустил. И... Опа! Да, пипец. Так, полетели вот в эту комнату. Хоп! Ух ты! Опа! Где это мы? Пульт! Понятно. Это соседа, видимо, отвлекать. Хорошо. Так, будильник. Что-то новенькое. Цветочки. А здесь закрыто. А что здесь закрыто, почему? Оу. Нифига себе, тут целая лестничная клетка какая-то есть. Я даже ее существования не знал. Как туда попасть? Нифига себе. Сколько интересных вещей тут можно узнать, оказывается. Во! Атас, ты смотри, вот это секретка, ребят. Вот это секретка, кто бы мог подумать. У-у-у, вот он этот проход. С ума сойти. Вот теперь понятно, для чего ружье нужно было.
Ну хотя, получается, здесь можно было и без ружья же пройти, да? Давайте скрываем все эти комнаты. Интересно, а сосед теперь сюда будет ходить? Опа, кнопки. Ого. Какая-то пропасть гигантская. Так, еще коробочек несколько. Заходим дальше. Не стрелять. Ага, смотри, с оружием заходишь, сразу закрывается. Я тебя понял. Так, что здесь? Ага, здесь какой-то очередной завал. Так, а здесь стул, который нам что-то мешает сделать. Ну давайте попробуем выкинем ружье. Ага, смотри, пропустила. Здесь какое-то гигантское ухо. Здесь завал. Да как же так-то, сплошные завалы. Эй! Так, это что такое? Какой рубильник, ребят? Непонятно. А здесь все заколочено, не пройти. Здесь почему-то тоже все заделано. И какой в этом смысл? Мне каким-то образом нужно пробраться туда с ружьем, что ли, или пострелять в него? Хорошо, ладно. Кнопки. Кнопки, кнопочки. Ну, чат говорит, нужно нажать 3652. Или они наоборот должны быть зажаты? Три, шесть, пять, два. Непонятно, ребят, видимо, не к этому. Тихо. Ай, твою налево поймал. Это, ребята, был долгий стрим, но короткое видео. Давайте закончим пока здесь. Как видите... О, смотрите-ка, свет горит днем. Ну ладно, это так, прикол альфа все-таки. О чем я говорю? Да, нам нужно с вами как-то забраться в тот ящик, ну, судя по комментариям, и нам нужно еще тут какую-то комнату открыть, с зеленым ключом. Но самое главное, нужно как-то остановить магнит. Я думаю, мы найдем решение к этому, что-то надо с мельницей сделать, туда как-то забраться. Я пока подумаю, ну а вы пока можете смело ставить лайки этому видео, делиться с друзьями, добавлять себе в плейлисты и, конечно же, комментируйте, с удовольствием почитаю ваши мысли по поводу того, что нужно делать. А что еще я должен... Ну, конечно же, я забыл сказать самое важное, ребята. В описании ссылка на плейлист, а также самое важное. Да, контактик. Именно туда и ссылочка. Всем всего хорошего и пока.